Приветствую, дорогие друзья! Большой привет вам из Руанды! Расскажу о самых главных событиях этого лета и о том, как сейчас идут дела. Строительство школы продолжается. Сейчас идет строительство 4-го этажа. В середине июня был праздник, день руандийского ребенка. Было очень много гостей, дети пришли с родителями. В середине июля был выпускной. Дети из старшей группы детского садика закончили свое обучение и перешли в первый класс. Сейчас все детки, которые посещают детский садик, ушли на каникулы. Служение уличным детям продолжается. Сейчас во время каникул у нас есть возможность больше времени проводить с ребятами. Каждое утро по будням мы начинаем с совместной молитвы вместе с подростками, учителями. На нее приходят все желающие. Потом ребята завтракают и идут на занятия. На этих уроках они подтягивают свои знания и заполняют пробелы в учебе. Ребятам преподаются такие предметы, как математика, Кенья-Руанда, английский язык и другие общеобразовательные предметы. Я и Полина проводим индивидуальные занятия для ребят, занятия музыкой. У нас 10 пианистов, 3 скрипача и 8 гитаристов. Ксюша занимается творчеством с ребятами, и все желающие посещают уроки русского языка. В свободное время ребята играют в различные спортивные игры. Участвовали в местном чемпионате по футболу. Проиграли со счетом 3-2, но ребята очень старались, они большие молодцы. А еще мы ходили помогать одной семье. Также мы провели ребятам трехдневный лагерь христианский под названием «Свобода». Господь удивительным образом благословил нас.
А еще у нас было небольшое путешествие на трех лодках. Через месяц начинается новый учебный год, и мы сейчас работаем над программой для школы. Скоро к нам вернутся также наши малыши из детского сада, поэтому работы очень много. Благодарим вас всех за поддержку, за молитвы и просим дальше молиться за нас. С Богом!